Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, и я приветствую вас на канале «Мир детских увлечений». Сегодня мы с вами сделаем магнитно-холодильник в виде дневника номер 3 из Gravity Falls. Приглашаю всех подписываться на мой канал и группы в социальных сетях. Для получения оповещений об обновлениях на моем канале нажмите на колокольчик на его главной странице. А для изготовления магнитика нам понадобится картон разной плотности, толстый и тонкий, кусочек магнитной ленты, ткань бордово-коричневого цвета, ножницы, нож, краски и кисти, пластиковый пистолет и лекало-ладошки, которые вы сможете найти по ссылке под этим видео. Для начала я вырезаю из тонкого картона два прямоугольника со сторонами 4 и 5 сантиметров. Из ткани вырезаю кусок, на котором помещаются оба прямоугольника, оставляя место для припусков. С изнаночной стороны приклеиваю ткань к картонным прямоугольникам. Обрезаю лишнее на уголках. Из плотного картона вырезаю 5 прямоугольников со стороной 3,5 на 4,5 см. Склеиваю их между собой. Кусочек тонкого картона окрашиваю в желтый цвет. Вырезаю детали декора. Приклеиваю уголки к обложке книги. Приклеиваю прямоугольники из картона. Приклеиваю ладошку. При помощи иголки и нитки имитирую старинный переплет. Приклеиваю небольшие уголки. Закрепляю магнитную ленту на задней стенке дневника. Мой магнитик готов. Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал и группы в социальных сетях. Также приглашаю всех посмотреть и другие мои видео.